Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наше короткое путешествие по псалмам книги Тегилим. Итак, псалом номер 2. В таком обычном классическом толковании рассказывают комментаторы, что этот псалом основан на исторических событиях и предшествовавших, которые начало правления царя Давида, что левиты пели его на коронации царя, что войско Израиля перед битвой. Но есть и другое толкование, намного более глубокое и мистическое. Написано в каббалистических книгах. По некоторым мнениям, это пророческое описание того, что произойдет перед приходом Машиаха во времена вот эти. Вот эти в наши времена. Это касается нашего времени, которое по всем абсолютно приметам ими является тем временем, вот, которое описывается. Как видно из текста, которые есть в этом псалме, и в прошлом, и в будущем будут попытки противостоять Машиаху, царю Давида, потомку царя Давида. И сейчас написано, как рассказывается пророчество, что злодеи ликуют, но ликование приходящее, и что после прихода Машиаха зло будет повреждено навеки, и о том, что народы соберутся против Израиля под предводительством царя Гога и Магога, это не фамилия, это и царь это тоже, так сказать, это может быть руководитель, президент, еще кто-нибудь. Написано, что захотят они справиться с покровителем Израиля, с Израилем на земле, и для этого будут разрывать, пытаться нашу связь с Творцом. Написано, что в этом пророчестве описывается, что самое, что будут силы зла в это время особенно стараться сделать, разорвать связь между человеком и Творцом. В этом глубинная сущность, которая хочет донести нам этот псалом. Теперь более прагматические вещи, вытекающие из этого псалма. Первое, мудрецы советуют его для тех, кто страдает головной болью. Написано, особенно когда нет причины какой-то, мигрень какая-то, обязательно читай этот псалом. 3 раза прочтение этого псалма приносит облегчение. В этом псалме есть 2 строчки. Вторая и третья строчки, в которых зашифрованы имена 3 ангелов, которые охраняют человека в дороге. Написано поэтому в книге толкования Тегилим, что перед дорогой обязательно надо этот псалом читать, и желательно и в дороге тоже. Если у тебя суд какой-то, там какая-то проблема с врагами, с недругами, написано, что в этот день 4 раза, каждый раз обращаясь в разные стороны света, читают этот псалом, и он охраняет человека от этой напасти в этот день. В книге Шемуш Тегилим написано, что этот псалом обязателен для тех, кто попал в шторм, в опасность на море. Если только ты видишь шторм такой, это обязательно написано, сразу читаешь псалом Тегилим, номер 2. Есть еще очень великая вещь в этом псалме. Здесь говорится о мазале, о судьбе человека в день рождения. Написано такие слова. «Ты мой сын, я сегодня произвел тебя на свет, проси у меня, я дам тебе». Сказали мудрецы, что в этом псалме мы находим намек на то, что в день рождения у человека возникает особая связь с Всевышним. «Ты мой сын, я сегодня произвел тебя на свет, и сразу после этого проси у меня». Это значит, что в день, когда Всевышний дал тебе жизнь, проси, и он может дать многое на твоей просьбе. Иерусалимский Талмуд, в трактате Раша Шана, говорит про день рождения такую вещь. Мазаль Гавер, его мазаль набирает силу человека, ну, как бы энергетика судьбы. Это значит, что в день рождения к человеку идет дополнительная подпитка сил свыше. То есть в день рождения судьба человека может измениться к лучшему, может дать ему больше счастья и удачи, если он правильно в этот день настроится и проведет. В иудаизме есть такое понятие «назаль». Оно связывается с однокоренным словом «назель». Течет, струится. То есть к человеку спускается в этот день жизненная энергия, которая подпитывает его существование вплоть до всех уровней. В день рождения душа обновляется и сила обновляется. Бааль Шем Тов уделял особое внимание тому, как мазаль оказывает внимание. Книга Тегилим на мазаль человека. На этом основании обычай основан читать всю книгу Тегилим в день рождения и изучать псалом, соответствующий твоему, так сказать, текущему году жизни. Скажем, если тебе 26 лет, да, то его личный псалом 27. А в этот день своего рождения там, он читает, каждый раз меняется это все. Вернемся к псалму. Почему перед приходом Машиаха? Почему волнуются народу и нации замышляют тщетное? Встают цари земли и так далее. Что написано? Написано, разорвем их путы. То есть что-то о катаклизмах. Посмотрите сейчас на улицу. Пишет Раббейна Авадия Сфорна. Это было вообще неизвестно когда.
Этот псалом говорит о ситуации в мире в период перед приходом Машеха, дней Машеха. И так комментирует этот второй псалом. Почему волнуются народу? Потому что в дни перед приходом Машеха цели и стремления народа будут через национальные чувства привести к сплочению, восстановлению его амбиций политических позиций. Это когда написано? Новый передел мира описан. Страна на страну написана. И тогда написано, что встают цари земли и правители, чтобы объединиться и быть готовыми к войне. Главное понять, что дальше написано. И смеется над ними Бог. То, что сбудется, то, что Бог сказал. Написано, что, чтобы я не забыл, трехкратное прочтение этого второго псалма в день, когда ты ожидаешь от кого-то каких-то проблем или неприятностей, дает тебе защиту в этот день, что не сбудутся его негативные действия по отношению к тебе. И последнее. Выражение «проси у меня» означает молитву. Это означает, что чем чаще человек в молитве обращается к Богу, тем больше он может получить.